вами 100 шагов назад. Нет, 100 шагов назад. Ой, я чуть не упала. Сегодня у нас с вами будет моя постоянная рубрика на канале. Какую хрень заказала я с Алиэкспресса, заплатила за нее 100-500 миллионов тысяч рублей, просто... Что в очередной раз я купила на Алике. Но в этом видео будет неприятная история. Дело в том, что Алиэкспресс меня наебав. Я ни разу в своей жизни не делала наебав в сторону Алиэкспресса. Но Алиэкспресс решил иначе. Я заказала с Алиэкспресса в одном магазине 3 вещи. Эти 3 вещи должны были прийти в одном пакете. Но они не пришли в одном пакете. В одном пакете была только одна вещь. Это. А я вообще-то ждала еще вот это и вот это. Вообще-то в этих вещах я хотела... Чек, я не знаю, они меня решили наебав, мне не дали мои вещи. Я написала Алику гневное сообщение, ну на самом деле вежливое, я написала ему примерно так. Здравствуйте, я получила только одну посылку из 3, можете, пожалуйста, вернуть деньги или отправить посылку. Знаете что, они на это ответили мне? Нет. Приложите доказательства. Ну как я приложу доказательства? Я сделала фотографию, чтобы в одном пакете была одна вещь, а не 3. Но как они узнают, что она действительно там была одна, а не что я ее украла? И в этом проблема. Алиэкспресс, верни мои деньги или отправь все вещи, а не одну. Надежда с Алика номер 1. Вещь номер 1. И здесь у нас парик. Это парик на Леди Баг. Я буду делать образ Леди Баг. Короче, прикол в том, что недавно меня, короче, перекрыло, и я решила, что мне пипец как нужно сделать косплей на Леди Баг. Прям вот, знаете, косплей на Леди Баг. И друга моего тоже перекрыло, и мы такие, Леди Баг. Perfect. И заказала, короче, я в Москве сначала парик, потому что думала, ну, отдам вигмейкеру, все равно это долго, парики же долго делают, да, для косплея. Но мне пришло вот это. И я пыталась день и ночь исправить ситуацию, в итоге ничего не исправила. А вот как это было? Так выглядит парик, да. Я хочу протестировать несколько способов. Способ номер 1. Антистатик. Абсолютно не работает. Способ номер 2. Черная штучка для седых людей. О! Ну, если не считать того, что он перекрашивается в черный, все как бы классно. Блеск уходит. Но он становится черным. Способ номер 3. Замочить парик в антистатике. Оставляю часов на 5. Прошло 5 часов. Блин, я даже так вижу, что он все еще блестящий. На следующий день. Всем доброе утро. В итоге, короче, я оставила эту штуку на ночь. Давайте посмотрим так хотя бы через это. Есть ли блеск? Ну, блин, по-моему, он все еще лютейший. Типа, просто чтобы вы понимали, насколько не блестят другие парики. То есть вообще блеска нет. Вообще блеска нет. У меня нет буквально ни одного парика, который бы блестел. Ну, тут, наверное, самый блестящий из всех. Но тут именно он бликом блестит. Он не блестит так, как будто у него волос сам по себе блестящий. Короче, блин, отстой. Ладно, мне надоело. Это следующая одежда с Алика. Оу, май! Кажется, мне пришло красивое платье. Вот, знаете, рофлы рофлами, а я каждый раз, когда с Аликой заказываю платье, в надежде заказываю на то, что придет что-то, что я реально буду носить. И сегодня мне пришло снова полупрозрачное платье, да. А на заднице оно такое же прозрачное. Прозрачные платья с Алиэкспресса. Ну, хоть передница закрыта будет. Не будет понятно, что просвечивает. Ну, жопа пусть торчит, что поделать. Видимо, такова она плата за женственность. Платье, конечно, по качеству, да. На фотографии выглядело лучше. К нему еще шел бантик. Вот это вот тот самый бантик. Сейчас я покажу вам вечернее, очень красивое платье. Выглядит оно вот так. Посмотрите на эти элегантные подгрудники. Я не знаю, как это называется. Которые расположены одна здесь, другая здесь. Они должны быть вот так, а они находятся здесь. И да, здесь внутри встроена какая-то такая хрень, которая не передвигается. Так что у нас с вами немножечко грудные проблемы. Проблемы с грудью, которой нет. Нельзя иметь проблемы с тем, чего у тебя нету. Ха! Ну что, я похожа на женщину, которая выходит из какого-то элитного казино, такая типа подружка Бонда. Платье, конечно, дичь.
Оно выглядит вроде неплохо на камере, я смотрю, и поблескивает так хорошо. Но не считая того, что у него грудные вставки находятся одно здесь, другое здесь. Да, ребят, это в жизни выглядит гораздо хуже. Но оно такое неудобное, просто пипец. Вот эти штуки настолько неудобно пришиты, что ты просто ничего не можешь делать руками. Только если ходить вот так. Бантик, конечно, очень странный. И в целом, ну такое, знаете, вот платье за 1000 рублей с Алиэкспресса считают, кстати, дорого. Должно быть и получше, но нет. Нам решили сказать, носи грудные вставки по бокам, и будет тебе мир да не любовь. Одежда Салика, которая была после одежды Салика. Я решила, что, вы знаете, есть же всякие разные, типа, кинки там, на горничных и все такое, а у меня это на девчуль из Playboy, обожаю, просто, господи, как я люблю, всю мою жизнь любила, моя эстетика это Playboy. В детстве, кстати, я хотела быть моделью Playboy, просто недавно рандомный факт у меня. А потом я стала этим. Я решила себе заказать Playboy Suit для того, чтобы делать всякие разные косплеи. Честно скажу, я не удержалась, когда я его открыла, но я когда это увидела, просто увидела, решила, что я приберегу мои эмоции до этого видео, потому что вот это хвост от Playboy Suit. Просто, я думаю, вы должны посмотреть на это качество, как это выглядит. Да, это просто какая-то херня на булавке, которая на горячем клею вот так вот неаккуратно лежит. И кого это может возбудить? Я в ужасе, хорошо. Дальше в этом Playboy Suit мы сейчас его будем по очереди с вами одевать. У нас будет не раздевание, а одевание. Были вот такие вот манжеты, да, на рукава, как они называются. Ну, манжеты, наверное, я не разбираюсь. Я, конечно, очень извиняюсь, но на кого эти манжеты по размеру? Они мне на талию сядут. Зачем? Я спокойна, все хорошо. Все потрясающе. Предположим, ладно, что это, колготки? Ага, ну колготки в этом костюме были обыкновенные, поэтому, в принципе, к колготкам тяжело придраться, но все еще я не понимаю. Если у нас с вами боди, как бы, зачем делать колготки вот с этой вот фигней? Кстати говоря, на картинке ее не было видно. Ну да ладно, не буду уже докапываться до колготок, я все еще пока в своем уме нахожусь. Прозрачные бретельки, как вам такое? Прозрачные бретельки, которых на картинке не было, но здесь они есть. Вы уже понимаете, да, насколько все будет плохо. Дальше. Воротничок. Ну, воротничок вроде нормальный. Хоть что-то. Спасибо. Well, воротничок. На воротничке что у нас должна быть у зайчика с клубой? Правильно, бабочка. А что у нас за бабочка? Заколочка! Заколочка! Это бантик, заколочка! Как, по-вашему, я должна это... Она сломалась. Уже никак. Как, по-вашему, я должна была в теории вот это вот куда-то прилеплять? Вот я должна делать это вот так? Простите, я просто не понимаю. Или я должна делать это было вот так? Что за дерьмо? Почему нельзя было просто взять ее и сюда прилепить? Я, понятное дело, что доработаю это все безобразие, ну или выброшу в помойку, я не знаю. Но я не понимаю, что за херня? За что? За что? Там отзывы большие. Вот знаете, некоторые люди такие очень, видимо, умные, думают, что я очень, видимо, тупая. Ну, видимо, все наоборот. И мне пишут, Лиза, перед тем, как заказываешь на Алике, смотри на отзывы и на фотографии. Вы что думаете, мне делать нечего? Я этим и занимаюсь. Я просто так не покупаю. Я смотрю кучу отзывов и кучу фоток. Но это все еще Алиэкспресс. Иногда бывает так, что фотки пишут классные, присылают, отзывы там зашибись, а по факту тебе приходит бабочка, которая разваливается, которая заколка, которая должна быть пришита сюда. Но теперь расслабимся. Не знаю, что вам показать сначала, уши вам показать или сам боди, но давайте покажу уши. Ну, уши у нас из детского магазина, конечно. Уши выглядят вот так. Мои уши из Диснейленда, очень извиняюсь, в миллиард раз лучше, чем вот это. Ободок заслуживает отдельных просто слов. Здесь везде нитки, везде суперклей. Ну такая я, конечно, зайчишка. Просто мечта всех мужчин за 50, ничего не скажешь. Я не знаю вообще, почему мой кинг совпадает с кингом каких-то престарелых чуваков, но это другая история. Люблю девочек-зайчиков, что поделать, ничего не могу поделать с собой. Да, ну такое. Я хз. А теперь просто сектор приз на барабане. Это сьют. Размер это у нас XS. Вам не кажется, что этот сьют немножко, как бы это, ну, сказать... Великоват! Я не знаю, на кого этот сьют. Я очень извиняюсь, но это должно быть просто боди в облипон. Боди в облипон. Посмотрите, как это выглядит. Посмотрите, как это выглядит! За что мне это?
Дорогие девочки и мальчики, убедитесь, что ваши родители не смотрят это видео и никаким образом не смогут лицезреть то, что сейчас будете лицезреть вы. У вас есть примерно 5 секунд, и я начну. 5, 4, 3, 2, 1. Когда хотела быть секси, но были. У меня примерно 0 слов, но я понимаю, что нельзя снять видео на YouTube, где у тебя будет 0 слов. Поэтому давайте я просто покажу вам костюм еще раз. Почему на китайский размер XS вот это вот село непонятно как? И да, оно стретч. По идее, оно должно было сидеть на мне вот так. И уже так, то есть не сильно-то и хорошо, но как минимум лучше. Но нет. Кстати, чтобы так оно сидело, мне пришлось просто взять половину кожи, которая не кожа, чтобы утянуть. Что это, мать вашу, такое? У меня дикий фетиш на костюмы из Playboy. У всех свои кинки, и мы не имеем права осуждать людей за их предпочтения. Так вот, хотела я себе это купить, чтобы с разными персонажами делать, но что это такое? Подождите, предлагаю вам кое-что посмотреть. Давайте, давайте. Может быть, дело не в костюме, может быть, просто уши ужасные. Давайте с нормальными ушами оденем. Сейчас я приду. Стой. Абсолютно все мои друзья-косплееры говорят, что успех косплея на 99% состоит в парике. Давайте посмотрим, насколько стал лучше в парике в нормальном. Это пипец. Я не понимаю, у меня слишком много вопросов. На какой, во-первых, это рост? Почему здесь колготки с вот такой вот фигней? Я не могу! Что за идиот в камере? Я просто не могу. В целом, я просто не знаю, что сказать. Мне кажется, в этом видео прекрасно было все. Но вот это было еще более прекрасно, потому что там я засветила свою... А еще я засветила там грудь, которой у меня нет, но она там, ну, типа, засвечена, посмотрите. Ну что это за детский подгузник? Что это за ребенок с кинками? Какое извращение! Это просто извращение! Ну что это за хуергень-то? Новая одежда с Алика. Давайте посмотрим дальше, чем еще обрадует нас AliExpress. Здесь был костюм Леди Баг. Ура, у меня есть костюм Леди Баг! Знаете, в чем ирония? В том, что буквально прямо сейчас на меня шьется костюм на Леди Баг, потому что мне сразу сказали, что если ты хочешь делать классно, а я хочу сделать классно, чтобы была классная фоточка в инсте, чтобы не стыдно было, ну господи, хочется же хорошие фотки делать. Знаете, у меня, короче, есть такая тема, что я очень бешусь, когда я делаю не очень что-то хорошо. И поэтому я готова вот прям буквально обосраться, но сделать классно. Поэтому я шью себе костюм тысяч за... Я не буду говорить. Но я думаю, когда выйдет эта фотография, вы, в принципе, поймете, сколько может стоить. А кожаный супергеройский костюм с индивидуальным принтом, сшитый полностью под тебя, который полностью боди, которая сидит на тебе, с кастомными элементами и с кожей, которую под тебя будут не то чтобы прорисовывать, а которую отдадут в типографию, чтобы на нее нанести всякую вот эту вот фигню. Итак, костюм Леди Баг. Кстати, маски здесь почему-то не было. Выглядит так. Подождите, это что, мужской торсик? Я не поняла, ребят. Что это? Так, мы это мерим. Я сейчас просто сдохну. Я Леди Баг, бражник, фу. Я не могу. Что это? Что это за... Почему? Почему? У меня принт в мужской груди. Это был женский костюм. Мы можем помериться с ним. Кстати, вы знали... Ребят, минуточка интересных неожиданных фактов. Страху, которую вы видите, его тело, это тело бражника, потому что когда мы делали этот образ, то мне выпала, короче, фигурка бражника. И когда я делала Бакуга, изначально это был Бакуга, я поняла, что у Бакуга нет тела, есть только голова, поэтому надо насадить ее на тело бражника. Поэтому Miraculous Lady Bug. Вот вы угораете? Вы же угораете, вам же смешно. А мы с моим другом заказали специальный костюм. Вы знаете, почему мы заказали? Потому что вот в этом нельзя делать. Никаких косплеев в видео не поснимаешь. Ужасно. Что, господи, боже мой. Какая-то путана. Она должна была быть божьей коровкой. Но она просто уродка. Что за две дырки на попе? Кстати, костюм-то так по себе не такой уж и плохой, но от... Почему у меня все еще мужской торсик? Я не понимаю, что это? Я не понимаю, что это такое?
Могли бы нарисовать грудь побольше, а не делать из нее мужскую фигуру. Будет хотя бы одна малюсенькая хорошая вещь. Баба-буй. Я решила надеть парик, чтобы все видели, какой грозный леди-бабах я могу быть. Чего, бражник, сидишь, смотришь на меня? Оденься, ты в общественном месте. Оденься, говорю тебе. Я решила сделать одну очень глупую вещь. Не осуждайте женщину за то, что она решила сделать глупость. Я решила, что прической, которую я никогда не меняла, когда я была be like this, я поменяла на это и стала be like this. И вам это понравилось, и мне это понравилось. И я подумала, я столько лет себя ограничила в прическах, почему бы снова изменить мою прическу полностью? Я буду стричь волосы, я буду красить волосы, я буду пробовать сделать что-то абсолютно новое. Но перед этим, что меня вдохновило на изменение, это Круэллочка. Почему Круэлла, спросите вы? Ну или не спросите, но я все равно отвечу. Не люблю людей, которые отвечают на то, о чем их не спрашивали. Но вам же интересно? Если вдруг нет, будет интересно. Подпишись, не ленись на канал. Подпишись и лайк поставь. Я не помню эту песню. Но если что-то, лайк — это палец, который направлен вверх. Тын-тын-тын. И лайк поставь. Чувствую я себя очень пафосно. Правда, все хорошо. Вах, смотри, какая красивая одежда Салика. В целом, я не очень понимаю, почему нельзя было просто шнурок прошнуровать и только потом платье отдать. О, до меня дошло. Вдруг это специально было сделано, что ты надеваешь платье, на себе шнуруешь, чтобы по своей фигуре было. О, быстрее, быстрее, быстрее. Обнова через 2 минуты. Все, в жопу, мне надоело завязывать это платье. Его завязывают 100 миллионов лет, и вообще у меня даже крестик не получился. Но на самом деле платье-то не такое уж и плохое, просто нужно нормально его завязать. Выгляжу я в нем, правда, как какой-то дебил? Я не знаю, почему я выгляжу как дебил. Вполне вероятно, ты выглядишь как дебил, потому что ты есть дебил. Но платье, в общем-то, конечно, вот подчеркивает всю фигуру, не как Леди Баг. Ну как фигуру подчеркивает? Фигуру, которой нет. Мне, конечно, много написало людей, что что-то вы пендрите. У тебя классная фигура, но, ребят... Нет, вы просто не видите меня в сравнении с другим человеком. Вам кажется, что у меня есть фигура, потому что я одна. Но если бы тут стояла другая рандомная тян, то вы бы поняли, о чем я говорю, когда вы знаете, что я плоская. И да, мне нравятся плоские фигуры. Я хз, кому-то нравятся формы, а мне нравится ЧСВ. Но объективность ради, ладно, это платье неплохое. И от этого еще более обидно. Знаете почему? Потому что другие вещи из этого магазина мне не пришли. Женщина и ее киска. Посмотрите на мою киску. Я люблю тупые несмешные шутки, на самом деле нет.